Всего в тренировке задействовано 20 человек. Это сотрудники отряда, а также спасатели из Крымска, Адыгеи, Краснодара и Туапсе. В первый день они отрабатывали навыки спуска по веревке на скалодроме, после чего приступили к работе с борта вертолета Ми-8. Спуски на ограниченную площадку выполняли с высоты 10, 20 и 30 метров. Также сотрудники МЧС отрабатывали подъем на борт воздушного судна в паре спасателей, условно пострадавшей. В связи с летним периодом участились туристические походы, где частенько случаются чрезвычайные ситуации, в которых незамедлительно нужно доставить человека в больницу. С неделю назад у нас случился перелом ноги у мужчины на Большом Фишинском леднике. И благодаря вертолету мы смогли быстро и эффективно доставить его на базу ЮРПСО и передать скорой. Накануне спасатели выполняли десантирование вдоль русла реки и подъем пострадавшего на носилках с использованием бортовой лебедки. Сегодня сотрудники МЧС отработали десантирование в условиях горно-лесной местности. Завтра планируют проводить спуски в акватории моря. Подобные сборы спасатели проводят три раза в год.